Всем-всем привет, ребята, вы на канале Пипиксели, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем ворона меха, поэтому приступаем скорее же его рисовать, погнали! Да, кстати, я рисовал недавно белого ворона, вот такого крутотеншего, так что вы можете зайти на него и посмотреть его обязательно на моем канале, поэтому заходите и смотрите обязательно. Ну а сейчас мы приступаем рисовать ворона меха. Окей, кстати, я уже рисовал оранжевым цветом ворона меха в полный рост, так что можете тоже зайти на мой каналчик и посмотреть. Ну а сегодня мы рисуем такого синенького. Окей, он занимает 24 клеточки по горизонтали, 27 по вертикали, поэтому приступим с его скорее рисовать. Я ставлю вот здесь вот сразу же две клетки, вот здесь, вот, ну давайте тут, раз, два, две клеточки поставили и то закрашиваем. Тут ставлю теперь одну клеточку, тут ставлю еще одну клеточку. Наверх у нас пойдет, ребят, теперь 13 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Обязательно, ребяточки. Тут мы ставим всего лишь одну клеточку, вот здесь. Тут я ставлю раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тоже закрашиваю. Вот так вот, отличненько. На низ пойдет 10 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы их тоже так аккуратненько закрашиваем. Нужно стараться их более-менее аккуратно закрашивать, чтобы наш рисунок был вообще супер-пуперский и очень красивый. В общем, ребят, наверх пропускаем раз, два, три, три клеточки, да? И на четвертый ставим раз, одну клеточку, два, три. Тут закрасили. Бок пойдет теперь 7 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эти 7 клеточек тоже мы закрашиваем сразу же. Обязательно. Вот так вот. Тут ставим одну, вторую и третью. И тоже их такой закрашиваем. Три клеточки. Далее наверх, ребята, у нас пойдет целых 8 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 клеточек вот такой вот лесенкой. И мы их сразу же все вот так вот быстренько, аккуратненько прям закрашиваем. Так, так, здесь, здесь, вот эту и вот эту. На низ пойдет 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу же закрашиваю. Тут, ребята, у нас тоже раз, два, три, четыре. В общем, ребята, тут 5, да? И тут тоже у нас пойдет раз, два, три, четыре, пять. 5 клеточек. Вот здесь, где мы поставили, тут 5 клеточек, тут 5 клеточек. Ну, не считая вот этих вот верхушечных, которых мы рисовали. Тут пропускаем всего лишь одну клеточку, вот здесь. И тут ставим тоже 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот 5 клеточек проставили. Здесь ставим всего лишь одну клеточку. Здесь ставим всего лишь еще одну клеточку. На низ пойдет 6 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь вот, ребята, вот так вот 6 клеточек аккуратненько закрашиваем тоже. Теперь на низ 3 клеточки, раз, два, три. Теперь у нас пойдет целых тоже 3 клеточки еще раз тут, раз, два, три. В бок у нас пойдет 2 клеточки, раз, два. Теперь еще раз, раз, два, 2 клеточки. На низ отсюда пойдет у нас раз, два, три, 3 клетки. Вот здесь, вот, вот таким вот образом. Теперь на низ 2 еще клеточки, раз, два. Тут у нас пойдет раз, два, 2 клеточки еще раз. Тут поставим одну, тут поставим вторую, тут поставим третью. И вот эти вот 3 клеточки мы сразу же тоже закрашиваем. Тут поставим всего лишь одну клеточку. И тут ставим раз, два, три, тоже закрашиваем. Тут ставим всего лишь одну клеточку. Тут еще одну клеточку. На низ раз, два, 2 клеточки. Тут всего лишь одна клеточка. И вот отсюда раз, два, три, четыре, пять. 5 клеток пойдет у нас. Мы эти 5 клеточек закрашиваем. Есть. Тут ставим всего лишь одну клеточку. Тут ставим еще одну клеточку. Это как бы второй глаз будем рисовать ему. Этот типа первый, это будет второй. Тут в бок у нас 2 клеточки пойдет, раз, два. На низ тоже еще только этот раз, два, 2 клеточки. Здесь одна клеточка. И здесь в бок пойдет 2 клеточки. Раз, два. На низ теперь пойдет теперь раз, два, три, 3 клеточки целые. Вот так вот тут закрашиваем, отлично. Тут теперь ставим всего лишь одну клеточку. Здесь тоже одна клеточка. Ну, а здесь, ребята, подождите, не до конца, мы вот здесь вот соединяем вот эту часть, отлично. Тут теперь ставим 3 клетки, раз, два, три. Тут теперь ставим одну, тут ставим вторую, тут третью. Раз, два, три, тоже закрашиваем. Теперь, ребяточки, отсюда ставим тут 2 клеточки. Тут тоже 2 клеточки. И вот здесь вот соединяю, так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеточками здесь все соединили. Так, отлично, ребят, супер, класс. Крутотенчикис. Теперь, ребята, я беру серый фломастер, обычный серый стандартный цвет. И вот отсюда вот, наверх идут 3 клеточки, здесь должно быть серыми, да? Здесь наверх пойдет у нас 2 клеточки серые. Здесь у нас всего лишь одна клеточка, здесь еще одна клеточка. И вот эту вот часть мы полностью закрашиваем серыми клеточками. Так сказать, оттеняем, отделяем его клюв, чтобы он был более такой, фух, прям классный. Далее, ребята, мы берем с вами желтый цвет, уже желтый фломастер. Мы будем рисовать ему глазья, глазени.
Тут ставим всего лишь одну клеточку, тут ставим всего лишь вторую клеточку, две клеточки. И здесь мы ставим вот это вот тоже две клеточки закрашиваем, здесь тоже две клеточки закрашиваем, и здесь тоже закрашиваем. Получаются вот такие вот уже мощные глаза, как будто светятся. Так, теперь нам нужен красный фломастер, ребят. Красным цветом мы закрашиваем полностью вот здесь вот эту вот часть. Вот так вот. Есть, отлично, супер. Далее, ребята, я беру темно-синий фломастер и темно-синим цветом ставлю вот здесь вот, закрашиваю две клеточки. Здесь я отделяю ровно посередине две клеточки. Здесь наверх на одну, здесь три и здесь всего лишь одна клеточка. И вот эту вот нижнюю часть я тоже закрашиваю вот так вот аккуратненько. Вот, вот этой частью мы закрасили. Вот эту часть закрасили. Теперь переходим к этой части, ребят. Смотрите, чтобы вам было просто легче и было удобней, возьмите черный фломастер еще раз и поставьте тут раз, два, три, четыре. Четыре клеточки должно быть. Мы эти четыре клеточки черные закрашиваем вот здесь вот, таким вот, ну, такой вот лесенкой, да? И теперь смотрите важный момент. Важный момент. Мы ставим здесь всего лишь прочерк одну клеточку вот здесь вот. На низ пойдет у нас теперь две клеточки, вот так, ну, точнее на одну и в бок на две клеточки, вот что я имею в виду. И тут наверх поднимаемся и вот эту вот легкую часть, вот эту вот часть закрашиваем. Вот, все, она закрашена. Теперь мы переходим вот сюда вот непосредственно. Здесь мы закрашиваем всего лишь одну клеточку. В бок у нас пойдет целых три клетки. Теперь на низ мы ставим вот такой вот в прочерк. Сделаем, чтобы тут было две клеточки белые всего лишь. И всю вот эту оставшуюся часть, кроме вот этой вот части, мы закрашиваем. Вот так вот. Очень аккуратно, ребят. Очень аккуратно. Так, не заходим, не забываем. Отлично. Теперь, ребята, я беру снова красный цвет, красный фломастер. Так, что-то тут непорядок, надо поправить. А, все, отлично. Теперь, ребята, берем еще раз снова с вами красный фломик, красный цвет. И ставим вот здесь вот две клеточки всего лишь. Вот здесь. И здесь тоже две клеточки. Все, нам красный больше сегодня не понадобится, он нам сегодня точно, ну точно уже точно не понадобится. Теперь мы с вами берем просто голубой цвет, обычный, стандартный. И голубым цветом закрашиваем вот эту всю внутреннюю часть, вот этого черепушки. Так, аккуратненько все делаем. А так, отлично, голубым цветом здесь закрасили. Далее закрашиваем вот эту часть одну. Одну клеточку, вот эту часть. Теперь, ребята, мы отделяем вот здесь вот одну клеточку. Здесь отделяем еще одну клеточку и здесь отделяем еще одну клеточку. Вот эти вот две клеточки нам не трогаем, и вот это вот две тоже, эти клеточки не трогаем. И все остальное мы закрашиваем вот эту часть полностью голубым цветом или синим цветом. В общем, мы использовали тут темно-синий и синий, да? Но можно просто использовать синий и голубой на самом-то деле. Или же темно-синий и синий. Ну вот, в общем, ребята, как вы видите, у меня получается вот такой вот прикольный ворон меха. Вот такой вот он прикольный, такая вот у него лицо такое мощное, голова. Он реально поместится в любую тетрадку, такой вот размер, такой формат. Поэтому, ребята, если вам нравится, то, естественно, жмакайте ваши лайкосы, подписывайтесь на канал косы. И на этом, ребята, все и косы. Всем покидой косы, всем покидовски. Ладно, всем, ребята, пока. Не забывайте писать комментарии, что бы вы хотели, чтобы я нарисовал. И я постараюсь это обязательно для вас нарисовать. Всем покидовки.